Обида возникает, когда вас уязвили, а когда вы переживаете обиду, вы становитесь дважды уязвленными. Вот улавливаете. Почему я говорю, что вроде бы просто? Ну, все понятно. С точки зрения формулы психологической, раз, два, три, все понятно. А вот с точки зрения вот этой нашей жизни, да, вот что потом делать с этим? Ну, то есть это же получается какая-то, какой-то тупик, понимаете? То есть вы вас обидели, вас травмировали, вы эту боль в себя восприняли и чувствуете себя еще более уязвленными. То есть, и что вот не делай, вам только хуже будет становиться, потому что вы уже как вворачиваетесь внутрь самих себя, да? Прямо как там какой-то центр, как это, как в черную дыру, в космические есть черные дыры, туда свет весь попадает, и все попадает, и все сжирается, там сминается к чертовой матери. Вот. И это вот получается, что обида – это такая черная дыра.